Игратели! Я вижу, как вчера играла молодежка. Я не знаю, что они вообще вышли играть. Они же не играли. Они же не играли, они вышли, знаешь, нарушил правила, он идет как герой какой-то. Они по всем компонентам игры проиграли. У них передача лишь бы куда, по 20, по 30 метров. Сколько было потерь? Не дорожат мячом. А, глаза закрыл, мочканул и бегать. Да бегать же не могут. Может быть, первая игра, это, Григорьевич, волнение. Первая игра, ну, отбор, понятно, да, все говорят, все понимаете, вот это здорово, Россия, да. Что нам равняться, 140-50 миллионов, нас 10, ну, так а в Исландии, ну выйди, проиграл, ну ты хоть покажи, что ты бился. Понимаешь, правильно. Сегодня спорт – это война, ты должен идти как на войну. В общем, мужики, с футболом что-то надо делать. База есть, не думайте, что мы что-то будем создавать еще супер. У нас есть куда деньги тратить. Дай учителю 4-5 тысяч долларов, как у некоторых зарплата. Слушай, денег не жалко, мы не пожалеем денег. Но дайте результат, дайте хотя бы на что было посмотреть. А это вот избалованы этими шальными деньгами. И мы воспитали, вот они стоят, а у них зеленые глаза. Они уже доллары видят, они не видят этого мяча. Поэтому, если кто-то что-то может, как Эдуард говорит, где-то советом, где-то подсказали, где-то помогли, где-то потренировали. Это же для этого пацаненка сейчас. Ну, мы же вспомним сами себя. Если какой-то футболист, который умеет по мячу хорошо ударить и начинает тебе что-то говорить, мы рот раскрывший сидели, слушали, для того, чтобы это повторить. Поэтому надо подключаться. Александр Ильич, вот на вас вопрос, что надо делать? Надо делать в первую очередь сейчас заняться повышением качества подготовки детско-юношеского футбола. Вот туда надо обратить внимание. Ну вот, пожалуйста, внимание. Пожалуйста, да, полтысячи, да, человек. Вот здесь, если там будет работа плохо, высоких мы не подготовим никогда. Понимаете? Ну а это он с тренерами, руководитель клуба, так же? Так. Здесь серьезнейший вопрос, который, если кто-то хочет стать тренером, когда спрашиваешь парня, когда спрашиваешь тренера, ты любишь футбол? Он говорит, люблю. Когда смотришь на результат, нет. Так как же ты любишь? Любить это значит мочь значит. Значит, а если ты не можешь, не даешь, не любит футбол. Тренеру нужно, ведь это вот огранка футболиста, это самое главное, она идет каждодневно. Понимаете? Все в подготовку упирается, мой хороший. И все упирается опять в тренера. И никуда ты не денешься. Поэтому ищи. Он должен эти зернышки везде искать. И тренер должен, задача у него, кроме того, что результат дает, он должен одного, двоих, троих, кого он говорит, пять, дай пять с академии, пять человек перспективных. Мы их возьмем и будем их дошлифовывать. Возьмите прыжки на батуте. Та Власова, это же действительно, да, диктатор. У него все разложено. И они прыгают. Они прыгают, пацаненок, 20 лет олимпийским чемпионом становится. Потому что есть порядок. Самое главное, надо мочь. Если мочь. Не мочь, он должен быть. Эдуард Васильевич, даже из этих полтысячи, которые здесь, 20 человек могущих, которые могут, найти можно. И они есть такие. Их надо увидеть, да. Им надо сказать, как ты говоришь, вот страна, вот ты, люби футбол, иди играй.